Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе администрации города, в минувшие выходные еще на трех дорогах Волгограда начались ремонтные работы. На текущий момент старые бордюры демонтируют на участках в Советском, Дзержинском и Кировском районах. Далее подрядчики установят новые дорожные бортовые камни, снимут старый асфальт и приступят к обустройству нового покрытия. Отметим, сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде обновляют 15 участков улично-дорожной сети в 6 районах города.